Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов побывал в Хабесском районе. В ходе рабочей поездки он ознакомился с производством фирмы «Дадым» в ауле Малый Зеленчук. Затем в Хабезе состоялся прием граждан. Обо всем по порядку. Альбина Ламкова. Продукция кондитерских изделий – одна из самых популярных и любимых. Конкуренция в этой сфере большая, поэтому главное в этом направлении – качество. Каждый производитель хочет создать лучший продукт. К этому стремится и фирма «Дадым». Впечатляет масштабы и безусловная чистота предприятия. В производстве используют современный комплекс по переработке сельскохозяйственной продукции и изготовлению кондитерских изделий. Благодаря приобретенному и смонтированному оборудованию запущены линии по производству муки высшего сорта, а также сахарного печенья производительностью 1 тонны в час. Вкусное печенье очень важно. А вот так вы его покупаете? Вот так. По 8 килограммов. Это вот, коробка 8 килограммов. 8. На новые объемы выходит цех по производству хлебобулочных изделий. Есть своя лаборатория качества. Созданы хорошие условия для сотрудников, в том числе собственная столовая. В планах руководства компании на ближайший год увеличить объем производства. Сейчас на предприятии трудятся до 45 человек. Производят печенье для школьников, соблюдая необходимые требования к детскому питанию. Для школьников 20 грамм. Потом в администрации аула Хабез глава региона Рашид Темрезов встретился с жителями района. На прием со своими проблемами обратились несколько человек по вопросам здравоохранения. Большинство из них социального характера, касались и жилищно-коммунальной сферы. Была просьба в организации собственного дела. Чтобы в этом году мы уже решили, а что конкретно вы хотите делать? Хочу металлотеку, дверь там. У тебя там дома или? По всем поступившим обращениям граждан даны необходимые разъяснения. Часть вопросов удалось разрешить в ходе приема населения. Остальные взяты под личный контроль Рашида Темрезова. Были не только просьбы. Звучали слова благодарности от жителей аула Зиюка. И много лет уже слежу за вами и за вашей работой. И знаю, что вы очень много сделали и до сих пор делаете. Поэтому огромное вам спасибо. После состоялась двухсторонняя встреча между главой республики Рашидом Темрезовым и главой Хабесского района Тимуром Жужуевым. На ней были рассмотрены вопросы социально-экономического развития муниципалитета. Альбина Ламкова, Либастана, Вести Карачаево-Черкесия, Хабесский район.